Шея удобнее всего смотреть стоя. Стоя. Видишь, ну вот она вся. Вот она лежит на мне. Нам надо ее оценить. Мышцы. Ну, это лежа можно поделать. Оценили. Потом нам надо зуб. Ввели во флексию. Все, вот она начинает натягивать спину. Вот здесь она натягивается. Здесь сухожилие даже. Вот здесь я сейчас ее натягиваю. Закончил натяжку. Ну, все, шея закончилась. Здесь все, пальцы положить. Да, да. Пальцы. Вот где и мои пальцы, за место моего пальца. Легче, полегче, не надо меня давить. Еще легче, еще легче, еще легче. Всю голову всю беру, ротирую в одну сторону. Вот она все еще поворачивается. Середина. Другую сторону. А сюда оно не поворачивается. Это? Смотрите, она же не доворачивает. Вот смотрите, здесь до сюда. Правильно? А тут прям сильно. А здесь полностью. Берем, пробуем. Один вариант. И мэт. Второй вариант за подбородок. Мне такой нравится. Поворот головы влево против моей руки. Поворачивай. Раз, два, три. Расслабить. Раз, два, три. Рефлекса сейчас нету. Я ее поверну. Добавляем. Я ее поверну, уже все. Еще против меня подавить. Раз, два, три. Расслабить. И докрутили. Можно чуть-чуть. Еще. Раз, два, три. Расслабить. 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 Все, расслабить. Добавляем. Все, расслабить. Согнули. Сюда крутится. Сюда крутится. Все. Полечили. Долго?